Практически по всей стране подводятся итоги самого масштабного за последние годы единого дня голосования. 80 регионов, более 46 тысяч избирательных участков и рекордное количество партий – 54. Граждане отдавали голоса за депутатов муниципальных образований, членов местных законодательных собраний, мэров городов и губернаторов. 7 тысяч выборов и референдумов разного уровня прошли в один день. В большинстве регионов победили нынешние руководители, а на выборах лидировала «Единая Россия». Причем на результаты не повлияли ни активность оппозиции, ни стихийные бедствия. В тяжелейших условиях аномального наводнения выбирали губернатора в Хабаровском крае. Сотрудники избиркомов на моторных лодках обеспечили голосование на дому в потопленных районах. В результате губернаторское кресло в Хабаровском крае сохранил за собой Вячеслав Шпорт. По предварительным данным территориальной избирательной комиссии Амурского района «Газвыборы», явка избирателей на участке составила 35,5%. Шпорт Вячеслав Иванович набрал 11 130 голосов, что составляет 65%. По выборам главы Амурского муниципального района голоса были отданы в большинстве за Масько Ивана Васильевича – 9 368 голосов, что составило 55,5%. По выборам главы городского поселения города Амурск наибольшее количество голосов у Редькина Бориса Петровича – 2511, что составило 23,92%. Предварительные результаты выборов депутатов, Совета депутатов городского поселения города Амурск по данным протоколов окружной избирательной комиссии. По одномандатным избирательным округам наибольшее количество голосов набрали Поляков Николай Владимирович, Пестерев Станислав Владимирович, Денисюк Нина Антоновна, Игошева Галина Валентиновна, Кузьмина Людмила Викторовна, Кабакова Галина Александровна, Федорова Ольга Витальевна, Пермяков Олег Геннадьевич, Мелешкин Виктор Васильевич, Романова Вера Николаевна. Гембарук Анатолий Викторович, Бурдаков Алексей Сергеевич, Кавелина Лариса Евгеньевна, Толмачев Михаил Прокопьевич, Долбенкин Игорь Юрьевич, Чеботарева Татьяна Леонидовна, Бабичева Галина Григорьевна, Мельников Николай Иванович, Былкова Зоя Михайловна, Боровлев Иван Павлович. По представлению территориальной избирательной комиссии Амурского района «Газвыборы», по данным протоколов окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов, собрания депутатов Амурского муниципального района по одномандатным избирательным округам на большее количество голосов набрали Максимец Наталья Николаевна, Соколов Виктор Анатольевич, Хан Олег Иванович, Ашихмина Марина Яковлевна, Острожный Валерий Николаевич, Климович Владимир Анатольевич, Егоров Александр Александрович, Туровец Виктор Александрович, Лосев Александр Анатольевич, Храпов Евгений Ильич, Бабанин Петр Валентинович, Абрамов Виктор Александрович, Плотников Александр Анатольевич, Данилов Владимир Владимирович, Грецкий Юрий Васильевич.